Блядь, это звуки. Кстати, Артём, ты мне отговорил предупреждать? Я вот начал сейчас тут только что. Вовремя, мужик, вовремя. Всем здравствуйте. Здравствуйте, дорогие зрители, да. Очень много их я заметил в последнее время. Охуеть. Не, кстати, на самом деле я так вот не верил, типа, что, ну, хоть какое-то видео может куда-то залететь. А потом я. А потом и дети. Блять, какой механик? Мы еще пролагали сейчас звуки телефона. Сейчас Мишку обидел, понял? О, блин. Мишку, Мишку. Какого Мишку? Я не знаю, я... То есть, тыщу новое разрешение просто? What you want? О, проститутки. Запросить дело. Sure. I'll send you the details. Чё, значит, мне проститутка не хочет ему услуги оказывать? Может, побибикал? Война не мир. В очко себе побибикал. Пошла такая довольная. Не такая. Не, пока. Шесть гигабайтов, ну, блядь. На говне, что ли, коровьем поднялся? Бля, ты заебал, если честно. Чего? У тебя перо, мне кажется, больше заебало, чем я. Ты тоже. Чего? Меня Джерард не хочет дело меня принимать меня. Сложность нормальная. Давай нормально тогда. Какая бомбоебучка, блядь. Бомбоебучка. Что он что делал в одиночку, нахуй, мне какие-то друзья. С ним делиться еще деньгами придется потом. Война не мир. Украдите кокс, блядь. Это же мне куда ехать-то? Давненько не было миссии, кстати. В видосах. Это всякая хуйня, только поебота какая-то ездятина. Где? Ух ты, блядь. Интересно. Ну, заодно вроде побеседуем о важном. Чем у нас настройка звука? Так, сделаем. Артём, ну чё, как тебе учё, первые два месяца учёба в Фурском колледже имени Коняева технически? Я же не первый день учусь. Что? Ничего. Ты невнятно сказал, я немножко не расслышал. Ну, я не знаю, почему они это мне не сомнят. Looks like? А это не знаю. Что, это машина Рики Сона там стояла? Да, я теперь эту херню вырубил. Блатных номерах нет. Ты вырубил перо? Да, больше его не будет. Никогда? Вырубляй. Не будет никогда, я его вообще отрубил. Что такое... Нет, а можешь вот в двух словах... Что такое, блядь, вообще режим пера? Это что? Как столкнешь, ты так узнаешь. Типа, ты... У тебя такой карандашик есть, и ты будешь его как, ну, типа, планшет есть на винде. Так. Ты, типа, карандашом, пером работаешь. Ну, типа, ручкой. Но только на планшете. Графическая херня какая-то? Да-да-да, типа того. Ну, я так понял, но это не то. Не говно же, что-то пушка. Не понимаю, зачем она к тебе к компьютеру к твоему прилипла. Какие на улице ноль? Я знаю. Ты в курсе, что 2 сентября, по-моему, в ночь, было плюс 3 по ощущениям минус 1? Ну, просто я тебе так скажу. Это было так. Первые пару дней после лета. Так что тут удивляться вообще нечего. При том, что, кстати, сегодня вот теперь же было, да? Так-то. Солнечный день. А завтра две пары. Это вообще шикарно просто. Фотографирую. Еще бы в среду мне на химию не надо было бы идти. Без тебя, без тебя. Русский постпанк для девочек ты включил что-то? Кто? Кто? Да. Обои рака, молчат дома. Где фантом? Мне нравится молчат дома. Ну, я какое-то время слушал их некоторые песни, но не обязательно самые хайповые, в целом. Звучание интересное. Хороший у вас вкус, Николай. Что? Хороший у вас вкус, говорю, Николай. У тебя тоже неплохой, я бы тебе сказал так. Чего?
У вас тоже неплохо. Довольно-таки. Как сказать? Вообще современной музыки, блядь, нет. Подождите. Окно закрыто. Душно станет. Плюс ты духоты иногда нагоняешь, ну ладно. Мне из современной музыки, вообще не важно в каком жанре, там, не важно в какой стране. Пожалуй, постпанк как-то нравился. Мне нравится неоклассика, классная тема. И, ну, пожалуй, фонк. Все. Это из современной. Неоклассика, классная тема. Ну, а так? А это что так? Ну, типа, классика такая обыкновенная. С битом. Просто более такая современная. Нет, без бита. Обыкновенная. А я слышал такие произведения, типа там Бах или какого-нибудь Шуберта или там Бетховена накладывают на эти. Я тебе могу в ВК кинуть примерную такую фигню, типа не классика. Я негр спил. Сейчас смотрите. Вспоминайте, как проводится эта миссия, смотрите. Давай. Что? Это просто темнокожий. Да ладно, ёбаный негр. Это педроид. Для профессии. О, все, достаточно забайтить, и все, сейчас начнет съебывать этот дебил. Далее, в чем дело? Делаем так, сейчас. Все, достаточно. Так, дальше прибираемся машины. Так, подождите тут, блядь. Видите, у меня тут проблема. Все, отлично. Пакет кокс забран. Нужно теперь доставить кокс Джеральду. Может было даже сложно ставить ультрасложно. Николай, я вам кину в ВК песню, это типа считается неоклассик. Блять, ты мою машину взорвал, когда там? Когда я там что взорвал? Ёбаный гондурас, сука. Чё не делал? Да, да, блять, ты же начал видео записывать после того, как взорвал на ёбаный Бэтмобиль. А, я, кстати, на Бэтмобиле успел поездить, я нашел Бэтмобиль посреди города, ну так, просто для справки. Блин, это заглисты какие-то. Они на чем мне ехать, на Левине, на туризме или на ГТР 35? Ты затюнил Левин, кстати? Да. Белым оставил? Ну, естественно, блядь. Я, короче, хочу его полностью туда желтым сделать. Пусть будет желтый. Как Мазда, только Левин. Хотя к Левину это вообще не подходит. Просто бело-черный как-то слишком банально. Выглядит красный, классно. Который как в объявлении, типа? Который просто красный Левин. Ну, внизу черного, а сверху просто. Ну, кстати, да. Блин. У меня и такой был. Я говорю, я его столько раз перекрашивал, этот Левин. Мне нравится, как я... Я, по идее, должен отстреливаться тут от бандитов, но я просто от них уезжаю, потому что у меня андер. Что за... Плохой регистратор. Еще лучше. Нравятся эти ребята. Вот на какой-нибудь такой машине, конечно, сложно было проходить, а это фигня все. Красота. Ну где ты, пацан? Пацаночек. Если бы я, конечно, сам этот тюнинг придумал. Если... А, я ж к тебе не присоединился, блядь. Это ж, блядь, Game Adventures, Пулкин, блядь, 2013 год. 2014, извиняюсь, когда у меня томатор появился, нет, 13. Алло, а куда собрался коннектиться? Я миссию Джеральда покажу, у меня остался ехать километр 50 до ее завершения. Бля, сколько я с рублей? Мне кажется, 1014. Я поставил сложность нормально, 1.25 РП. Может было сложно ставить, я дебил. Миссия вообще как нехуй пройти. Наблюдаю. Смысл наблюдать, у меня 300 метров осталось ехать. Здравствуй, Джеральд, в облаках. Ставьте кокс Джеральду. Да. А где? А вот мой заворот. Ага, ну тебе Бугатти. Копил, очень долго фармил. Миллион она стоит. Ну, очень долго фармил. Ну, говноед. Ну, кстати, знаешь, приятное ощущение, когда ты потом спустя время покупаешь, а не вот это, как, знаешь, как школьник читер накрутил себе 10 миллионов. Это, кстати, надоедает от этого играть довольно быстро. Потому что у тебя все есть, тебе скучно. 9900, понятно, блядь. Ну, короче, 10 кусков понял. Ну и что надо будет? Так. И ты вышел? Подожди, ну у меня. Подожди, а мы типа в лобби вместе или как? Типа того. Мы можем за какую-то миссию пойти проголосовать.
Мне, допустим, нравится. А где, а как? А вот, случайное дело. Подожди, у меня еще не пробудилось, сейчас, секунду. Квалификация. Блять, у меня. Я на город смотрю, понимаешь, мужик, подожди. А там написано, сколько времени осталось? Ликвидация, случайное дело. Давай случайное дело. Подожди, блядь. Ну хуй мне ничего не пробуждается-то, блядь. Я смотрю на город, вишу над городом. Наконец-то, так, так. На покой. Может, случайное дело? Как грязь, это чё? Это... Что, блядь? Ты ещё подкинуть теперь? Ну точно не ликвидация 6. Это херня какая-то. Давай джентрификация, иначе это правда. У меня галочка может, стоит, но я не помню. Пойдем в Вормс. Да? Пойдем в Вормс писать. Ультимейт Майх, да. А, бля, ну давай GTA-шку. Я не говорю, что сейчас прям, в эту минуту и в эту секунду. Ну, твоя, понимаешь? Конечно, конечно. Планет хоть куда, только сначала GTA-шку. Я, естественно. А я что-то уже GTA-шечку не люблю, только проблема в том, что у меня слишком много. А, вы хотите разнообразить свой контент? Кстати, знаешь, я как раньше делал по-дебильному? Во-первых, у меня еще загрузка почему-то идет, а вот, наконец-то. Я раньше как делал? Я, короче, взял вот все, что наснимал за вечер, допустим, там, три видоса по CS Source. Я их, сука, вот в тот же вечер и заливаю. Подожди, подряд. Подожди, пока сейчас я куплю все. Я ничего не буду покупать. Будем кого-нибудь приглашать еще, не? Че надо? Я же хороший человек, помогаю бедным, как могу. Это Симон. Как могу, даю надежду на это постоянно. Не, давай, нахуй. Вы дальше. Вдвоем справимся. Блять, какой 74-й левел, блять? Чё за хуйня? Никогда себе его не апал. Я все еще в душе третий. Кстати, я не помню, я помню, когда начал играть, у меня как-то был уже или третий, или четвертый. Я не знаю, как-то сработало, блять. Поните машины. А, далеко ехать-то как? Жив, подберешь? Или я на своем левине? Какой лев? Ты можешь сесть, пожалуйста? Знаешь, сколько нам ехать? Бля, я так и знал, что ты таким вот сделаешь. Вот прям один в один. Я прям чувствовал. И, конечно же, капот карбоновый. Бля, я... Бля, ностальгия, 13-й год, бля. Ну не стреляй, ты что ты сделал-то, дебил? Тут по стелсу надо. Ой, блядь. Короче. Ты на чём поедешь? На Банши? Я на Роллс-Ройсе. Блядь, что это за херня? Вы не видели это, случайно. Так надо угнать либо Вайпер, либо Вайпер. Либо Мэрин, или что-то. Стоп, что? Блядь! Это еще не та машина? Понятно. Машина нужна в автосалоне. Блядь, какая-то тяжелая миссия-то. А, сейчас надо от ментов скрыться, я помню. Бля, уже кнутый красава. Я поехал в Вайну, там легко скрыться. Ты же знаешь, в чем прикол? Мы оставили на месте похищения своей машины. Ну, по идее, по логике, как. Ну. То есть, и, да, в бардачке лежит ПТС-ка и СТС-ка, и страховки. Всякие там. Ты вот такой, знаешь, что? Зашел, ну я не знаю, ты слышал, нет? В магазин зашел такой. И. А там Егор Лавров ворует. Не, и он ну да. Крадет деньги, короче. Украл деньги и говорит, дайте мне вон еще коньяк. Им говорят такие, нет. Покажите паспорт, типа. Он показывал паспорт. Придурок. Ну его, короче, поймали через час. Кого? Кто воровал? А кто воровал? Где кто воровал? В Америке там чел. В Америке чел, блядь. Еще бы рассказал про Гватемалу, блядь. Я прячусь. Аккуратненько здесь. Блядь, меня помню. Ну сейчас меня найдут. Блядь, как это сделать? Они хорошо спрятаются. А хуй там, блядь. Пожалуйста, мужики, не трогайте меня. Я уже почти скрылся. Вот буквально осталось чуть-чуть. Пожалуйста. Есть! Скрылся. Надо, чтобы они отъехали отсюда. У меня капот в крови. Что, Метелкин забрал машину, спасибо. У меня... Блять, в крови ты что там, разбил ее всю уже? Ну да. По-моему, от этого количество денег выданных дается. У меня просто одна царапина только спереди, что с машиной было сейчас.
Не, я только чего разбил об бампер. Ты, а так она в целом целая. Ты сдал это, ты машину сбросил, коп? Ну я сбрасываю сейчас. Мне 30 км ехать, я сбросил уже. Эти говноеды меня ищут. Они сейчас заедут сюда. У тебя звездочки уже слабо мелькают? Да, все, я это. На красавку. Сиди 5 секунд еще. Машина не назвала постановлена. Джерификация. Джереми Кларк с сенацией. О май гад. Бля, надо будет как-то топ гир снять с тобой. GTA. Ёбаный рот. Как тебе идея? Казино, как тебе идея, Тимус? Ой, щит. Ой, щит. Будем топ гир снять? У меня машина целая. Ну, вот тут, конечно. О. Алло, хуем по лбу не дала ты там? Едешь? Ну, естественно. На карте можешь посмотреть, где я. Я уже, кстати, скоро подъеду. Надо. А, кстати, я помню, я смотрел прохождение этой миссии, опять же, 13-й год, и там угоняли как раз-таки Rolls-Royce. То есть там в рандомном порядке какая-то из машин выпадает угонять. С места моего уйди, пожалуйста. Здрасте. Семён! Может, пока сойдет. Сделает. Что, почему у меня с футболки принт пропал? 8000! Бля, хуйня какая-то. Да нормально. Че, миссия ни о чем. Проедь 100 метров, забери машину, скройся, доставь. Километр. Блин. Мне нравится, короче. Продолжить. Сейчас единственное, естественно, у тебя загрузится через секунды 4, у меня будет грузиться. Я уже загрузился. Ну вот в том-то и дело. А я сейчас, подожди, повешу, надо что-то выбрать. Обновить один нажми. Потому что я не хочу гонки. Хуйню. А я гонки... Бля, ну одну можно, конечно, было бы скататься. Да? Не надо, нахуй. Пауэрум. Там кружочек один есть поставить. Блядь, ну сука, у меня еще город. Сейчас появится скоро, надеюсь. О. Почему обновить-то? Оползень, блядь, какое-то говно, мутные воды, блядь. А, ну конечно, какие-то велосипедные гонки и говно, понятно. Сейчас мне опять будет грузиться. Так, что у нас? Так, Сэнди Шорт Стадиум. Бля, шо, почему гонки? Давай дрифта, ебать. А, военные учения. Не, военные учения, давай. А почему зеленый твой значок горит, блядь? Может, моя выбрала. В смысле, блядь? Так я хост. Ты что, ебанулся, что ли? Не похуй. Во-первых, я выбрал первым, а во-вторых, я хост. Если сейчас будет, блядь, твое военное учение... Саны. Алкены. Записываем номенклатуру алканов. Итак, сегодня мы начинаем проходить алкодиен. Минутка, так сказать, паузная. И что за дело? Ты уже прозагрузился туда? Нет, меня еще грузит. О, у меня тоже пошло. Загрузился, военное дело. Блять! Что, блять? За рейд, военное учение, Rockstar 72%. Ну, после... Ну ты меня вынесешь, мужик, я тебе так скажу. А что тут надо делать? Любая потасовка. Ну, короче, тут я так понимаю, надо перехватывать... Что? Ну да, тут две команды, Бакуган. Бля, немножко. Не, я такое не хочу. В том-то и дело. Ну давай по-быстренькому катанем такую недавно и все. Интересно, а можно на меня ставок нагрузить, допустим? Чтоб ты мне подался, тебе денег дадут. Прям по максимуму. А сколько тут можно максимально ставить? А, 1000, тогда смысл. Ладно, короче, готов к игре, понял. Пацаны, я хочу. Чё я хочу? А, понял. Чё там, бесед что-то пишет? Ну, типа. А, блядь. Ты меня прям в 2013 перенес. Я эту миссию тоже помню. Баный рот, блядь. У меня, чтобы ты понимал, вообще из оружия ничего нет. Только пистолет, ну и хорошо. Давай ничего не подбирать, чисто пестики. На чем надо ездить? На джипах, я так понимаю. Не, на Уралах. Давай на Уралах. Блядь, я в джип сел.
блядь. Это, конечно, доедно. Мужчинка моей мечты. Ну это, блядь, надо человек, вот сколько там, 16 человек рассчитать на миссии? Давай просто повозим эту хуйню и все. Да заебал ты. А что тут надо делать? Ну короче, кто первым типа доставит какие-то эти ящики с чужих баз, по-моему. Это что-то такое. А если одновременно доставить? Точка захода. Ну там, скорее всего, не получится одновременно, скорее всего, будет какой-то разрыв там большой, типа там. Подобрал кейс. Очень интересно, блядь, просто охуительная история. Но это рассчитано не на двух человек. Я же тебе сказал, не надо это выбирать. Поставили бы гонку, блядь. Не, давай лучше, блядь, вот это вот займемся вот ебанистикой. Че, я тебе доставил? Блядь, нихуя не доставил. Доставил кейс. Ну пиздец. Ничего, я надеюсь, что нам хотя бы за это много денег отвалят, потому что, ну знаешь. Вот этим вот заниматься всем. За 300 рублей что-то, бля. Чуть не очень хочется. Кстати, я сейчас снимаю. Почему не надо вылезать, я что-то не понял. 16 на 9, а не 4 на 3, что? Почему надо вылезать? Ну, вылезать? Ты перепутал ударение, вылезать надо. Бля, точно. Сорян. Кун и Лингус такие есть, ребята. Лобовое столкновение было заснято в Тверской области. Блять, куда я поехал? Я не туда поехал. А, тут типа надо что-то перехватывать, по-моему, или что-то, блядь, чё, блядь. Я еще и ездить не умею. Тебе выходить надо за ним? Да, почему-то, я не знаю почему. Типа колеса пробились. А почему я вывалился из машины, у меня сейчас вопрос. Хуй его знает. Ну я типа тебе голову попал. Очень интересная миссия. Давай доставляй быстрее эту хуйню. Ну доставил. Ну давай, что нам дадут? Поражение. Мне дали 4000. 2490. Блять, просто не... Бля, даже опыта не дали, пиздец гонимый. Ну давай же это сыграем, действительно. Вот зачем нам контр? Это что-то неинтересно. Ну гонка реально неинтересна. Невозможно присоединиться к игровым серверам Rockstar. Чего? Тебя отконнектило? Не, нормально все. Блять. Так, рейд. Какой? Блять. Обновляй, чё? Подожди, рейд. Да обновляй, тут одни рейды, блять. Какие чемоданчики. Какой трюк? Трюк говно, блядь. Что, блядь? Ну, не заново можно? А, не. Обязательно. Бля, на велосипедах. Ой, блядь. Охуенно ты придумал. А чё? Да пизда. Это гонка имени Ромы. Это просто разлил. Да даже, блядь, слабо сказано, мужик. Стандарт. Класс мотоциклы. А, тут мотоциклы. Какой, блядь? Число кругов один или два поставить? Нахер мне этот ёбаный радио включать? Давай один круг, короче, пистую. Да, время давай, суток полдень. И... А давай ночь ебанем, короче. Да ты ёбнутый. Ладно, утро. Погода. Улиц разбитых фонарей, блядь. Ну, не розыск. Подтвердить достройки. Закрыт. Можно было, конечно, полную сессию набрать. С другой стороны, знаешь, на один круг, который километр 80. Не очень хочется. Хубки мазила. Я сейчас не люблю тут один мотоцикл, да? А, тут на мото. Действительно, какой, блядь, большой выбор. О, мне вот это нравится. Я проиграю. Меня никогда в гонках не ведет. Есть серия с Моником, мы играли. Короче, мне три, по-моему, или четыре гонки подряд, мне просто, ну, рандом выпадали машины, то есть, ну, там, выбирал, опять же, так, более-менее, что знаю. У него все время машины были быстрее, чем у меня, блядь. Не знаю, как это работает. Ты можешь начать, пожалуйста?
конечно. Все от тебя на эту ручку. Блять. Готовься выиграть, мужик. Я не умею на этом ездить, блядь. Я ни разу на мотоцикле. Так ты меня сейчас ушатаешь об стену, и все, я сдохну. А тут пистолет есть? Нет, это же GTA гонка. А почему я быстрее тебя? Потому что, блядь. Дефолт. А, все ясно, почему. Я не управляю. Какой не управляем? Вырвался на первый охот. Не, кстати, трасса неплохая здесь. Это вот специально для этого сделал. Я тебе говорю, ты выиграешь, блядь. Сделал. Чел, я не умею ездить на этой хуйне. Я тоже. Плюс какой-то пинг у меня там. Плохой такой, по идее. С победой. Я сейчас еще влечу куда-нибудь, скорее всего, потому что я неуклюжий, блядь. Ты неуклюжий. Чё-то ты не попутал как-то. Что, блядь? Оооо, как я? Ты видел, как я чекпоинт собрал? Мужик, удачи тебе. Твоей жизни. Я сейчас въебусь. Да-да, ты с тобой. Чего? Я тебе говорю, я сейчас ебанусь, потом я буду восстанавливаться полчаса, потом ты успеешь меня обогнать, я не успею стартануть, и все. А я опять упал. Куда ты упал? Я не буду пытаться. Мне просто хочется уже гонку выиграть. Знаешь, сколько гонок было снято, где, блядь, Монику постоянно везло, то, блядь, меня развернет, то у него машина мощнее. Да, Моник, пидора. Потом, блядь, знаешь, в чем прикол? Была еще гонка, ты, блядь, не знаю, был, по-моему, уже 2021 год. Я, Дудев и Моник пошли в гонку, значит. Они, по-моему, выбрали там какие-то все машины. А я не успел выбрать, там, я смотрю, время кончится. Говорю, ты можешь продлить? Я ехал на грузовике, пока они ехали на нормальных машинах. И чуть не занял, кстати, второе место из трех. Ну, повезло. Победа, блядь. Увидеть просто. Так у меня тоже победа. Прикинь. Очень нравится гонка, просто, блядь, веселюсь. Ну, кстати, там был неплохой момент, как я чекпоинт взял. Так, трансформаторная центрифуга, вот это хочу. В рощу свои сам гоняй. Нет, я не понял, у меня звучит так, блядь. Нет, ну, а у меня вопрос, а почему выбирает все время то, что выбираешь ты, блядь? Нет, да потому что я... Нет, я понял бы, если бы это голос первого, допустим. Но это почему в тот раз не выбрало моё? Лил Пип. Я люблю Лил Пипа. Sad songs Lil Peep. Бля, люблю Лил Пипа. Пипа суринамская, это такое жаба. А Пип, это вообще-то как маленький пенис звучит, тебе не кажется? На блядь, какая деле... трансформация? Ты говно выбрал, ты 60... Бесконтактный режим, стандарт, это число кругов один, не дай бог это... Блядь, Чел, один круг здесь 17 километров. Блядь. Запускай уже, задрал, блядь. Дольше будем сидеть тут. Знаешь, что 17 километров ехать, ты тупой? Чё ты выбрал? Я не... Трансформация — это самое говно, что есть вообще, блядь, в GTA, в миссиях. Чё ты сделал? Я ж откуда знаю, блядь. Я поеду на своем адере, все, мне настраивать, блядь. Особо идите XF. Хотя не, это не вариант явно здесь брать. Пегаси, что это, блядь? Окей, я беру X80 Proto. Синий. Видно, фишка рок, естественно. Наутилус! Давай. Все, давай, я подтвердил. Продолжить. А, реально? Да, кстати, у меня такое же было, я так же тупил, я думаю, а что они запускаются-то? По крайней мере, это те немногие, кто любит американцев в жопу. Прощай. Кстати, я сейчас не удивлюсь, если внешность обманчивая, у меня сейчас машина будет просасывать. Не, не будет. Будет. Ты догоняешь? А, ты свою взял, понял? Удачи тебе. А, воздушный карман? У тебя просто пинг. Может быть, у тебя просто пинг. Да, спасибо.
У меня максималка 120 миль. Все, дальше не едет. Вот в чем. Че, тупин, блин. С то, что я снимаю. Блять, чего ты не знаешь, что такое пинг? Я знаю, что такое пинг. Я знаю, что такое пинг, и он у меня врастет, когда я снимаю, блядь. Что? Блядь, спасибо, что? Долбоёб. А. Хуже распишется. Да нихуя не нормально. Так это ж не я сделал-то. Да ты что, не ты? У меня запись есть, у меня есть оправдающее подтверждение. Ты что, можешь привести себя в оправдание? Задолженности по физике справь сначала, потом что-то поговорим там. Ты нахуй. Чего? Пой. Какой нахуй самолет, вы ёбнули? Так потому что ты выбрал эту херню, блядь. Тебе нельзя доверять выбору вообще ничего. Что ты мудак? Выбрал опять херню какую-то. Что ты сделал? Да, вот зеленые и фиолетовые полоски. Очень интересно сейчас. Пиздец какой-то. Бля, я запутался. Я лобков как назад с утра. Как управлять? Да не знаю, как этим управлять. Легко и ждем. Блять, вот я сейчас запутался. Понятно, запутался. Ай. Тут ты разбился ты еще. Я хочу быстрее гонку закончить, просто уже. Думаю, надо следующее какое-то задание, и все, типа, ну, серию закончить. Да, блядь, будем тут еще лофить все. Что? А, ну, завтра учимся. Че, мы завтра учимся? Не слышу. Не слышу. Что происходит? Только учусь. Стопозитор. Я ничем не управляю сейчас, просто я просто нажал W и все. Вернее, на джойстике. Там как. Да ебаный рот, блядь. Кстати, а ты на джойстике играешь? На каком джойстике, блядь? Ну ты же NFS, фу, блядь. Ты здесь Need for Speed? Я играл, но... Но... Ролики, но это когда еще насрочный был. Бля, заебись, это как нахуй? Покончу с собой, что-то пока... Машина разбилась. Я здесь сейчас доеду быстрее, когда финиш, у меня уже эпилепсия началась, чувак. Не знаю, что здесь происходит просто. Блять, мне глаза болят. Блять. Это испытание на глаза, блядь. Скорее, чем. Скорость на выносливость. Ой, блядь. Ай. Кого-то играют, блядь. Да не знаю. Чего проседание FPS-то? Пизда. Блять, проседание, FPS пошли. Это пизда. Ты на права сдаешь, что ли? Это пизда. Мужик, у меня есть страх, что я не сдам на права, что делать? Смысл, там ездить, да? Не, я не умею ездить, я вообще ничего не понимаю. Вообще даже сцепление, блядь, все ясно. Умею, почему? Я на пятнахе легко трогаюсь и торможу легко. В пятнахе? В пятнахе, блядь, дебил. Ну, а что ты боишься? Ну, блин, такой ёбнутый самолёт, не знаю. У меня этот, я закомплексованный маленький школьник. Ясно. Мне в душе ещё 5 лет. Я понял. Что там, блядь, за лобковый волос, блядь? Ты уже доехал, да? Это баржа, нахуй. Ну, лодка, блядь. Это баржа. Хорошо, если это баржа, удачи тебе в развитии этого. Блять, я, кстати, застрял. Поздравляю, мужик, ты выиграл. Блять, в меня километр, блядь, совсем. Какой ты выиграл? Хороший ты, мужик. Бля, прыгаю нахуй, как это. Смотри, я справа. О, самолетик. Блять, самолет. Мне, кстати, самолет доступен, блядь. Чего? Пошел ты нахуй, долбоёб. А что значит изи сдать? То есть как это изи сдать? То есть ты считаешь, что это изи? Если да. Это изи, я все, конечно, понимаю, но ты долбоёб. Главное, блядь, правила повыучи. Я их не запомню сроки. Это как сессия. Я что, думаешь, буду знать это, что ли?
А даже если завыучу, то сразу забуду. Зато я в GTA такой крутой. Когда мамы нет дома, я бандит. Надо же выпал такой, как хуйню. Я даже чувствую, что эта гонка будет последней на серию, просто это уже реально какой-то, блядь, Кайо Перико. Давай быстрее, блядь, где она, машина? Я сейчас это финиш не понимаю. Ага, все, конец-то, блядь. Камикадзе, кстати, мог ты сейчас устроить, это был бы очень красивый финал. Мы же потом еще пойдем, пройдем по нему. Да, я серию хочу закончить, блядь. Бля, куда нахуй? В деревья. Какие деревья? Я еще гружусь на черный экран. 18 секунд у тебя есть, мужик, пожалуйста. Я тебя прошу. Вы финишировали первым. Если мне дадут меньше $10, завтра ты мне должен 100 рублей. 13 кусков. Мне 13 дали. Неплохо. И опыты нормально так отсыпали. Победа, блядь, ебанулся. На этом заканчиваем серию, блядь. Всем хорошего настроения, вовремя едьте масло, слушайте маму, всем пока. Слава мэру, это важно.